храм Хатшепсут, женщина фараона, 18-я династия, приблизительно 1500 лет до нашей эры. Многие слышали про таких известных египетских женщин, как Клеопатра или Нефертити, но мало кому известно имя Хатшепсут. Она правила Египтом довольно-таки долго, более 20 лет. При ее правлении Египет процветал, и она вошла в историю и как полководец, и как фараон-строитель. Но больше всего как фараон-строитель, так как она восстанавливала очень много памятников по всему Египту, которые были разрушены гиксосами-завоевателями. Претендентов на такой качестве. Смотри. О, Катька, ты что там делаешь? Мы там же туда хотим. Туда можно спуститься. Ого. Как мы туда? А что, туда можно подняться? Смотри, там даже стенд какой-то. А может быть можно? Может правда, может здесь попробовать зайти. Выгонят, так выгонят. Катька, вначале что-то. Вон там турист едет. Там дядька внизу был. По-моему, Китай. Вот в Китае везде сущие. И там они. Да. Попробуй-ка я спуститься. Ну так, попробую. Гляну, что тут. No, it's not allowed. It's a private visit. Excuse me. Okay, okay. Ну вот прям такой. И тут тоже будет вообще на воде. Если... На то, что настолько не такой. Если посмотреть внимательно, здесь оригинала, ну, прям почти нет. Все из микроскопических установленных кусочков. Да, вот даже этот сфинкс. Да. Одни лапы, голова. Вот тоже монголоидные черты у сфинкса. Угу. Мне Хатшепсут нравятся черты ее статуи. Ну, вот тоже. Такие вот идеальные куклы. Слегка восточные. Да, немножко восточные. Когда-то на этих террасах росли деревья, располагались бассейны. Сейчас как раз поднимаемся на вторую террасу. И те вот современные египтяне, которыми я там так любуюсь,
У них изображены как рабочие, как низший класс. Да, прислуживающий такой. Да. И они причем не то, чтобы прям конкретно, какой-то совместный такой, европеоидно-монголоидный тип. А, кстати, вот эта дорожка сложена так же, как в Барабудур. Ага. На этой. Я чуть не обращала внимания. На Яе. Мне вообще не понравилось. Ничего там особенного нет. Это красивая. Картинки вокруг все. Как это придурочно. Угу. На рассвете приперлась. Типа, о, круто, сейчас гляну. Диковинку. Там есть такая диковинка. Сила, там, бла-бла-бла. Ну, пол там в точности такой же. Ну, кстати, небольшой. А это уже вот современный же бетон. Да? Ну, в смысле, вот это? Не, вот это да. Вот даже. Это современный. Это плиты. Тяжело снимать, ничего не видно. Ну, видно, конечно, но... На ощупь. Жарче. Сегодня жарче. Вот из таких вот кусков и собирают храм, как пазлы. Местами даже сохранилась кое-где и краска. И, возможно, когда эти пазлы полностью соберут, то, может быть, даже откроется какая-нибудь новая информация и о храме, и о жизни Хатшепсут. Изображение здесь очень красивое. Угу. Красочки остались.
Это вторая терраса, и по бокам ее находится святилище Хатхор, вот как раз с этой стороны святилище Хатхор, и с другой стороны нижнее святилище Анубиса. Сам храм состоит из нескольких террас и множества скальных помещений, которые, конечно же, в данный момент закрыты. Sailing back to Egypt. Sorry. And here, а на этих барельефах должны изображаться сцены экспедиции Хатшепсут в страну Пунт. Thank you.
верхний ярус и статуи Хатшепсут. Тут она изображена в виде бога Осириса. На голове у нее корона Хеджет, это корона Верхнего Египта, точно так же, как изображалась у самого Осириса. А чуть подальше уже корона Пшент, корона Объединенного Египта. Вот где на статуе сохранилась краска. Причем краска на лице. И судя по всему, оттенок кожи у нее был немножко темноватый. Видимо, смуглый. No, welcome, friend. Where from? Hollandia. Welcome, Hollandia. 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 Вход во двор верхнего яруса. Сам вход сделан из гранита. Дальше идет святилище самого храма. Thank you.
И вход в него тоже гранитный. На камеру могут спросить. Тебя спросить? Где я внутри? Здесь вот мужик, он тут поможет. Я ему показала. Так. Thank you.
Yeah. Why you come? Yeah. Ik wees straks terug. From the pew. Yeah, over there. Моя кром? Раша? Раша? Look inside. This is here. Come in here. يا عم هي لسه صورة تعالى يا اخي ما تروحش شوفك هات لك احد من برا يا علي ايه انا نو 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 زي ساكو فاش Саркофаг. Саркофаг? Да, сиклаки. А, он под низом. Вот эта маленькая комнатушка – это верхнее святилище бога Анубиса. Ну а сам двор посвящен богу Ра. Манурама. Okay, thank you.
Good. Yeah. Hello. I don't have money. Madam. No money. Nothing. No money. Ли. Yes, no money. ли. Но откуда? ما مش قاعد على الباب في عقب تبقى هي. أنا ما نبي كثير. أنا ما نبي عخايب نخوض خط أيام. أتوقع لا خلي ربنا نطلع برا نجي ورا نقعد هنا ومقاعد مثل على الباب. А вот этот вот иероглиф в виде пирамидки, это означает слово «дал». Следующий «анг» – это «жизнь». И змейка, холмик с полосочкой – это вечность, джет. Получается, дал жизнь вечную. Здесь написано. شعطينا صويل من الصب رشا رشا رشا